Компанию, строящую газоперерабатывающий завод на Кашагане, передают государству. Постановление об этом приняли в правительстве. Ожидается, что такое решение позволит быстрее завершить проект и решить другие системные вопросы. Например, известно, что строительство объекта планировали завершить в конце прошлого года, но затем сроки были сдвинуты. Оператор проекта строительства газоперерабатывающего завода, компания GPC Investment, полностью перейдет в республиканскую собственность. Сделку с компанией ТАО «Береке Групп» оформят по договору дарения по инициативе товарищества. В пресс-службе премьер-министра Казахстана сообщили о причинах. Частный инвестор отказался продолжать реализацию данного проекта. GPC Investment передают на баланс нацкомпании «Казахгаз». В правительстве ожидают, что это позволит не только достроить завод, но и повысить обеспеченность внутреннего рынка товарным и сжиженным газами по доступной для населения цене. Известно, что проектная мощность будущего завода превышает 1 миллиард кубометров топлива в год.